Катя. О, пришла в Секспресс. У меня закончилось средство для посуды. Надежда. А где оно находится, я вообще не знаю, правда. Мои любимые. Даже примерно. Тара-тара-ра-ра. Что тут? Может, что-то есть для моих птичек. Есть рис, на котором нет цены. Нет, это для меня, не для птичек. Это я для себя смотрю. Есть греча. Не знаю, где цена. Вот эта яичная лапша нравится мне просто обалдеть. Как? Я ее давно вообще не брала. 29.04. Сколько срок хранения? Не вижу. Срок хранения. Не вижу. Да, оказалось, то Юлькина мама была в магните. 6 порций в упаковке. Правда, не вижу. Там, наверное, мелко, может, и есть. Тут состав. Где-то должно быть срок. Сколько суток хранится. Может, тут где-то. Реально не видно, так мелко. Не могу так брать. Да, может, программа. Закончились у меня вот те конфетки. Помните? Это. Вот тут нормально написано. 5 марта. До 4 марта 2027. Папайя. Это очень-очень-очень полезно. Но так как у нас нет свежих папай, то... А вот эти просто у меня как ассоциативно. Я помню, мне первая свекровь все время привозила, когда я Ирочкой была беременная, старшей дочкой, привозила с Ленинграда еще. С Ленинграда! И вот тут манго тоже. Ну, я беру иногда. 9 марта 4 до 9 марта 27. Вот. Взяла. И хочу конфетки, которые я тогда брала. Вот с малиной, помните? Двадцать четвертого. Свежие. Все? Все. Сахар не ем. А сейчас нагребла сахара. Ну, хотя вот это все считается сушеное, полезно, без сахара. Там написано. Еще хочу, знаете что? Я ж хлеб не ем. А хочу хлебцы. Такие хотя бы. За 16. Да. Все. Взяла, что хотела. А, я ж пришла за сырик. Или как она там называется? Капля или что-то. Юлька брала. И мне его хватило больше, чем я покупала моющее средство. 5 литров. Знаете, 5 литров закончилось быстрее, чем вот этот. И это не реклама. Одну капельку так капаешь. И оно так мылится и моет весь жир. Вообще класс. Ладно. Идемте. Идемте спасать кошку. Тара-ти-да-та-ра-ти-да-та. Тара-ти-да-та-ра-ти-да-та-та.
Здрасте. Вот такая красота. Ой, не могу. Убегаю. Вакансия. Кассир. График 2/2. Администратор. Оформление ПТК. Мерчендайзер, грузчик. Возможно, подработка с 18 лет. Может, грузчиком пойти, правда? Что-то подкачаться летом. Ладно, идемте. Идемте спасать кошку. Молочко купила. Там Харита ждет. Молочко купила. Там Харита ждет. Хорошо. Отец родной. Если б не было тебя. Ой.